Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств войсковых соединений во всех видах боевых действий. ЗРК ОСА. В 2016 году береговые ракетные комплексы «Бастион» были применены в Рустам Федин. Сергей Сапегин. Тут младший сержант Гарма Балжиров и матрос Александр Никулин. Перед трибунами мастерские технического обслуживания, изготовленные на базе колесного бронетранспортера, БТИ выполнены на базе автомобиля высокой проходимости. Они предназначены для буксировки прицепов и полуприцепов, несамоходных машин, артиллерийских и ракетных систем. И главное, это помнить всегда. Военные музыканты Управления Федеральной службы войск Российской Федерации Национальной гвардии по Приморскому краю. Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана О. Какие вы классные? Yeah.
Они все залазили. Ой, дайте я сфотаю. Там фотография. Пожалуйста. И лодки по 500 рублей. Пожалуйста.